Всем привет! Сейчас снимаю видео для вас о моей канцелярии. Вот, но это не вся, мы еще будем докупать. Первое, это, конечно, что нужно на технологию. Мы еще не купили мне циркуль, альбомы. Вот. Это клей-карандаш. Сейчас покажу. Вот такой вот клей-карандаш. Я его все закручу. Далее мне купили клей ПВА. Обычный. Далее, сейчас посчитаю, сколько штук тетрадей в клетку. 9 тетрадей в клетку. Далее купила вот такие вот тетрадки 12-листовые с Анной. Или нету. Сейчас посчитаю, сколько в клетку, сколько в линейку. Вот, ребят, здесь, в общем-то, в клетку 5 их. Вот такие они. Сейчас. Вот такие. В клетку. 5 и в линейку. Вот 5. В линейке вот так вот. Как обычно. Идет все. Тут как обычная тетрадка. Сейчас буду писать и как бы почерк свой улучшать. Да, у меня почерк ужасный, он стал за лето. Далее, такие вот две стёрочки Ферби. Влюбилась в Ферби. У меня все с Ферби, вот Ферби. Такие ластики. Далее, ручки, самые обычные карандаши. Сказки сейчас мало купила, нет. У меня здесь вот такая коробка еще стоит. И ручки, карандаши еще лежат. Вот ластики лежат. Вот. Мне достаточно. Вот. Далее такая вот тетрадка Ферби. Такие вот есть виды. У меня сестра вот купила вот такую. Она 48-листовая. Вот. Короче, здесь написано 48 листов, она в клетку. Далее мой дневник. Таким котенком. Самый обычный дневник, 5 по 11 класс. Так, сейчас найдем, я бы вам посмотрю. Далее здесь. Это обычные обложки на учебники, две пачки. В одной пачке у нас по 5 штук. Ну-ка, сейчас. 5 штук здесь. И вот такие вот купила обложки, потому что тоже нужны. Набор для брошек, для дневников и тетради 10 штук. Дневники, потому что там тетради, надо все в обложках. Далее, 5 листов, 5 цветов, бумага бархатная. Сейчас я ее открою. Потом еще мы с папой что-нибудь закупим, я вам покажу. Бумага классная, мне, например, она понравилась. Ну, жалко, цветов мало. Вот такие вот. Ну, бумага такая вообще классная на ощупь. Вот. Я ее больно так не буду тратить. Да, сейчас я закрою, ладно. Вот я закрыл, в общем, она такая. Далее это цветной картон. 12-листовый. Тут есть золотое серебро присутствует. 12 листов. Ну и обычная цветная бумага 10 листов. Тоже золото-серебряный присутствует. Далее мой портфель, он самый обычный. И мой мешок для Оли. Супермен! Не обращайте на это внимание. Да, я не знаю, что со мной приключилось. Супермен, здесь лежит мой телефон сейчас. Мы, в общем-то, уехали 9 часов. Вот, я не знаю, вот так вот. У нас 17:51 время.
Вот. А, ребят, еще забыла. Это вот такой альбом. Ну, это прошлогодний остался, но я еще два куплю. Он 40-листовый. Вот. Так, и сейчас еще кое-что. Тетради в линейку. Тетради в клетку с прошлого года остались. Такая вот тетрадка. На мне словарик татарский. Вот. Я его оставлю тоже. Музыка. Потом такая вот тетрадочка. И такая вот тетрадочка Hello Kitty. Я ее тоже оставлю. Она классная. И такой справочник. Ну, это было все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пока-пока.